Це парламентський телеканал «Рада». Ви дивитеся проект «Точка зору». Ми будемо говорити про те, як не отруїтися влітку, адже ризик надзвичайно високий. Є в нашій студії Борис Скачко, лікар-дієтолог, терапевт, фітотерапевт. Вітаю вас, Борисе Хліповичу. От чим найчастіше все-таки можна отруїтися влітку? Ну, самый простой способ, это если продукт достаточно долго лежал вне холодильника или был приготовлен и какое-то время находился, скажем так, неиспользованным. То есть лучше всего вообще меняются бактериями вот такие продукты. То есть если мы взяли любой продукт, термически обработали, все-таки бактерии там погибают. Это может быть и так само, как мясо, рыба, так само и каша? Конечно, конечно. Ну, каша, она видна, она прокисает. Угу. Мясо, когда портится, немножко изменяется цвет, его многие пытаются реанимировать, там сварить из него супчик. То есть можно так побороться, если там токсинов было немного. Но не все токсины, они термолабильные, то есть не все разрушаются. Многие могут попасть в организм. Вот, например, когда вечером там приготовишь вечерю и лишаешь еще теплую ежу, за ночь могут утвориться какие-то... Конечно, особенно при такой температуре, когда 30 градусов. Так а куда его ховать? Нужно по мере того, как продукт остыл, нужно обязательно поставить его в холодильник. Хранить его все-таки нужно там. И чем дольше находится продукт вне холодильника, тем больше вероятности, просто даже с воздуха попадают тоже бактерии. Не обязательно это грязные руки. А это сколько має часу пройти? Година, дві? Ну, буквально вот остывание, то есть продукт еще теплый, не нужно беречь холодильник, нужно беречь свое здоровье. Угу. Нужно продукт спрятать в холодильник. Потому что уже теплая еда, это уже субстрат для бактерий. Еда должна быть обязательно накрыта. То есть мы сделали продукт, он горячим, накрыт, там бактерий нет. Стоит открыть, посмотреть, какой он на внешний вид, и уже бактерии уже легли, конечно. Ничего себе. Вот. Потому что под крышкой высокая температура, угу. Там если бактерии были, они погибнут. Только мы открыли, теплая среда, и вот здесь бактерии могут уже сесть. Поэтому проверять нужно, потрогали, охладилось в холодильник. Горячее пусть еще постоит. Но ни в коем случае не открывай. Угу. Ну вот, зараз бачимо на мониторе овощи. Теж отруєння дуже високий час. Чи завжди це тільки нітрати, чи все-таки інші якісь? Ну, летом нітратов меньше, но летом грязные руки. Это могут быть и руки того, кто готовил, и руки того, кто продавал, и руки того, кто собирал. То есть без разницы, на каком этапе грязные руки потрогали этот продукт. Обязательно нужно хорошенько помыть, не пощадить продукт, помыть его, может быть, с щеточкой, может быть, с мылом даже. Почему? Потому что, опять-таки, тут в первую очередь безопасность. Заходят любые бактерии, они начинают кушать в организме, начинают выделять кучу токсинов, и очень сложно, хорошо, когда много. Вот всегда радуешься, когда яда было много. Он раздражает желудок, рвота, и на этом все закончилось. А если, если его было не очень много, он проходит кишечник. Там все великолепно всасывается, бьет печень, бьет почки. Человек начинает страдать, у него головные боли начинаются, повышение температуры. Тут страдает уже весь организм. Вот вы сгадали про то, что мылом треба мыть, да? А окропом? Тоже, кипяток тоже очень хорошо, то есть тоже можно обрабатывать. Ну так можно листовую зелень обработать. Она все-таки нежная, мягкая, там, конечно, мылом, щеткой мы не будем обрабатывать. А эти витамины не вбивают? Нет, немножко витаминов мы потеряем, конечно. Но сезон такой, что витаминов полно во всех продуктах. Сейчас у нас можно особо не экономить, можно особо не заморачиваться в том плане, что где-то мы что-то потеряем. Самое главное, опять-таки, безопасность. Потому что несколько дней потерять, выбить из рабочего графика, в лучшем случае, а в худшем случае, ну, есть смертельные отравления. То есть достаточно много их. Опять-таки, где еще может быть? Конечно, это мясные продукты, это яйца. Но продукт, который был извлечен. Пока яйцо не мытое, пока оно вот находится внутри в скорлупе, оно безопасно. Угу. Перед тем, как использовать, опять-таки, его нужно помыть щеточкой. Потому что яйцо выходит из клоаки. Клоака – это фактически анальное отверстие курицы. То есть это достаточно грязное место. И яйцо там тоже, ну скажем так, загрязняться может. Чи обов'язково з милом мити? Обязательно, но перед употреблением. Потому что там есть защитная пленка, мы ее, когда моем, мы ее тоже смываем. Угу. Если мы мытое яйцо положим в холодильник, через день оно протухнет. Вот, поэтому и станет уже недоброкачественным. Угу. Поэтому перед употреблением. А вареными яйцами теж можно отруїтися так само, как сырым? Ну, вареные яйца, если это куриные, и если это крупный какой-то производитель, вряд ли мы отравимся. Вот если это домашние яйца, нужно знать, с кем жила курица. Если с петухом, отлично. Если соседствовали утки или гуси, то есть водоплавающие, они могут курицу заразить лептоспирозом, могут заразить инфекциями, которые не устраняются легкой термообработкой.
И вот здесь можно опять-таки пострадать. Поэтому летом, да, если вы гарантированно знаете, что у соседки только куры, эти яйца можно использовать. До речі, згадала про рибу и згадала про те, как была информация, что футболисты украинской сборной... Вяленая рыба может быть... Рыбой. Почему? Потому что при велении бактерии-то есть, они-то есть, они в продукте находятся, сверху на продукте находятся, а веление их не убивает. Их убивает, бактерии убиваются жесткой термообработкой, это больше 100 градусов. То есть рыбу нужно хорошенько поварить, хорошенько поджарить, там, запечь в духовке, тогда не вопрос, тогда она становится безопасной. Ну, я уже не кажу про роллы, про інші. Да, але, ну, кажут, васабі дійсно і імбир вбивают якусь певну частину шкідливих мікроорганізмів. Конечно, пряности, особенно когда их много, они действительно помогают на входе в желудок активировать и фактически выработать желудочный сок, а дальше желчь. Это два дезинфектора, которые пищу делают безопасной. Ну, если посмотреть в Юго-Восточную Азию, где уровень гигиены еще хуже, чем у нас, у них количество пряностей значительно выше, чем у нас. То есть это система защиты в тех условиях организма, чтобы не попали какие-то бактерии, чтобы не попали какие-то более крупные паразиты. То есть сделать жизнь более такой комфортной, более прогнозируемой. Вот из наших таких пряностей, ну там горчица, да? Вот горчица, хрен тот же, лук, чеснок в свежем виде совершенно спокойно можно использовать. Причем это и лук репка, и зелень лука, там тоже достаточно много пряностей. То есть тут совершенно спокойно. Плюс импортный тот же имбирь, то есть то, что нам не совсем свойственно, оно уже все у нас есть. То есть мы этим тоже можем пользоваться. Что касается последних повідомлень, то это в Дніпросталі працівники заводу отруїлися оселедцем під овочами, а в Бердичеві масове отруєння тістечками з крамниці. Чи це типово для такого літнього періоду, чи конечно, це таки тільки ну, так цього року? Смотрите, ті ж сладості, як правило, там используется крем какой-то, то есть либо это масляный крем, либо это яйцо используется в креме. Это продукт скоро портящийся. То есть он должен храниться, ну, сутки максимум. То есть там оптимально, чем быстрее, то есть приготовили, побыстрее их использовали. То есть если продукт хранится дольше, возникает проблема. Если продукт готовился не совсем чистыми руками, он уже готов к тому, чтобы заразить и нарушить самочувствие людей. Да, но в будь-якому випадку треба дивитися в першу чергу на дату виготовлення, так? Обязательно. Если это столовая, нужно заходить в столовую не со стороны столовой, а со стороны кухни, посмотреть, что там. Ну, якщо пустять. Потому что массовое отравление на кухне возможно только в одном случае, если среди кухонных работников есть человек, который является носителем какой-то бактерии, которая вызывает кишечные инфекции. Чи є якась профилактика або якось собою можна застерегти від таких отруєнь? Коли не знаешь, які умови? Профилактика только одна. Не уверен – не обгоняй. Не уверен в продукте – не кушай. Почему? Потому что тут гастрономические, да, наши привычки какие-то, ну хочется что-нибудь сладенькое. Летом, слава богу, можно помыть там яблочко, можно помыть грушку, там какой-то персик. Все это можно приготовить, ты знаешь, как ты это готовил, ты знаешь, что это можно кушать. Но не мытыми нельзя. У меня одна знакомая, ну, заразила, ребенок съел банан, заразился дизентерией. То есть великолепная вещь. Почему? Потому что, в принципе, растут экзотические многие фрукты в южных странах, мы не видим весь цикл от произрастания, даже если руки чистые, даже если собирали в перчатках воздух, они растут на открытом воздухе, летают птички, дует ветерок, фрукты, как правило, не сладкие, овощи вообще растут в земле, то есть это по определению уже место опасное в плане заражения. Навіть те, що знімаєш шкірку, все одно не гарантує, що банан. Абсолютно, потому что, смотрите, вы снимаете шкурку, пальцами уже потрогали за шкурку. Следующий этап вы уже берете за чистый продукт, теоретически. А если кусать? Ну, добре. Тут очень сложная система. Как-то я в Москве встречался с Дроздовым, был такой у нас ведущий. Вот. Так он чуть не стал последним героем, реально. Он вот таким же способом попытался дать съесть жабу. Жаба, у нее ядовитая шкурка, а мясо не ядовито. Но они забыли о том, что первый раз они снимали шкурку чистыми руками, а потом ядовитыми руками трогали жабу. Ясно. И там были отравления чуть не до смертельного исхода. Если говорить уже про лікування, ну там и первые такие заходы, это выкликать блювоту, чтобы чиститься. Какие там препараты, например, вугілля активированное, чи інші, потрібно, які не можна взагалі приймати? Первое, что действительно, то есть если подозрение на пищевое отравление, не нужно ждать, пока разобьется вся клиническая картина. Ну, грибочки великолепно показывают. Да, еще это не сезон. Не сезон, но они уже тоже есть, ими тоже уже можно отравиться. Вот. Первое, что рвота. Самое простое, то, что есть всегда под руками, это просто банальная вода. Можно усилить рвоту, можно на стакан воды чайную ложку обычной поваренной соли.
она великолепно раздражает желудок, вызывает рвоту. Больше того, соль тащит на себя воду и очищает слизистую желудка. То есть тот яд, который мог попасть в слизистую, он уже с ней вышел. Первые рвотные массы обязательно нужно сохранить. Для чего? Если на этом все закончилось, ничего не разыгралось, все отлично, слава богу, мы успели. Если, не дай бог, мы немножко опоздали, отравление пошло дальше, пошли общие признаки, первые рвотные массы, они нужны будут в отделении токсикологии для того, чтобы определить точно вид яда и выработать противоядие. То есть это уже специфическая защита. А какие могут быть ускладнения, вот вы кажете? А осложнение, первое, конечно, первым страдает печень. То есть все токсины попадают в печень. То есть они раздражать будут автоматически ее. Конечно, весь кишечник раздражается, появляется острый гастроэнтероколит. То есть вся пищеварительная трубка раздражается, пытается выбросить. Это хорошо. Вот. Но в тонком кишечнике всасывается много. И вот тут, чтобы меньше всасывалось, действительно нужны сорбенты. Самые простые – энтеразгель, активированный уголь, там любые варианты. Если нет под рукой аптеки, можно вспомнить о том, что есть отруби. То есть они великолепно собирают токсины. Есть лист подорожника, тоже собирают токсины. А если каша Геркулес, то вся сухая? Нет, каша Геркулес, она великолепно всасывается. Тут нет. Клетчатка должна быть, которая пройдет транзитом по кишечнику. Есть запеченный там лук, например, там кабачки. Это тоже сорбенты. Если нет ничего другого, можно и это использовать. И, что важно, рвота выбросила сверху, сорбенты и вот эти вот растительная клетчатка, она ускоряет движение по кишечнику. Что-то возьмет у себя, что-то успеет вытолкнуть толстый кишечник. Там, перед тем, как появился позыв сходить в туалет, нужно поставить очистительную клизму, убрать препятствие на пути движения токсинов. Сделали клизму, очистили, дальше ждем, токсины попали, появилось желание сходить в туалет, опять-таки лучше не ждать, клизма. Быстрее вызвать... А коли уже можно есть после этого? А есть можно после того, как появится аппетит. Вот аппетит это... Если сразу есть аппетит. Нет, аппетита сразу не будет. Почему? Потому что интоксикация будет. Бо я знаю, що коли отруєшся, там, ну, фактично ніч проходить, і вже зранку хочеться їсти, але іноді кажуть, що не можна, наприклад, добу або й більше. То, з чого потрібно починати на наступний день, це зелений чай запустити. Зелений чай, він сам по собі детоксикант, він сам по собі, ну, скажімо так, зв'язує токсини в просвіті кишечника, ті, які там є, а всасуваючи кров, він обезвреджує ті токсини, які попали в кров. То есть он обезвреживает. Второе, что можно запустить, это банальное яйцо, сваренное вкрутую яйцо. Белки яйца очень хорошо тоже собирают токсины. Вот. Их тоже можно вносить. Если подозрение на минеральную интоксикацию, то есть какие-то соли тяжелых металлов, сырое яйцо. Альбумин сырого яйца. Главное, тут еще яйцем не отругитесь. Нет, что яйцо крутую сваренное, там уже не страшно. То есть мы его помыли, сварили вкрутую, запустили. И оно запускает систему пищеварения. Ясно. После него уже рацион можно расширять. Уже можно переходить к обычному рациону. Згадаю про великі кількості випитого пива під час чемпіонату. І на фоні цього і отруєння алкоголем. Адже це теж має місце. Да. Ну, с национальной традицией много выпить, а потом с этим бороться. Да, Украина уже знакома. То есть это отравление как бы привычное. Привычное нам, то есть люди уже, те, кто пострадали, конечно, знают, что с этим делать. А лікування таке саме, як и про харчових інших отруєнь? Ну, тут вопрос в чем? Тут нужно вывести водорастворимые токсины, то есть алкоголь, он как бы ну, действует и прямо на печень, и продукты его расщепления. То есть здесь нам нужно вывести больше через почки. Обычно используют либо какой-то квас выводит, либо какие-то рассолы от огурцов, от квашеной капусты, они великолепно выводят. Ни в коем случае нельзя вот тут чай. Ни чай, ни кофе. Это распространенное заблуждение. Алкоголь вызывает фактически отек мозга. Почему у человека головная боль? Она упорная, она не проходит ни от чего. Почему красные глаза? Почему повышается давление? Элементы отека мозга. Только пьется чай либо кофе, увеличивается приток крови к полости черепа, и там становится хуже. Человек рискует инсультом. Поэтому при алкогольном отравлении ни в коем случае ни чай, ни кофе нельзя пить. То есть нужна просто жидкость, которая легко выйдет через почки, не активируя кровообращение в полости черепа. А кефир можно пить? Кефир можно, но кефир хорошо вместе с алкоголем. В принципе, он как бы стабилизирует ситуацию. Чтобы не отравиться алкоголем, ну самый простой вариант, это нужно не жиры есть, как вот многие говорят, а белки. Белок удерживает алкоголь на себе, и он не даст остро ударить по печени. Доза будет такая постепенно нарастающая, и в принципе и человеку хорошо, он, ну скажем так, находится за столом и общается, и печени хорошо, она не получает токсические удары, и работать будет и сегодня, и завтра, и много лет после этого. На сам кінець розмови, коротко, хотілося б ще про печінку згадати, адже це вона фактично захищає від... От таких от токсичних. На пути токсинів. Якщо, наприклад, печінка здорова, вона відразу може захворіти після отруєння? І якщо навпаки, хвора печінка, чи витримає вона ще?
Любое отравление всегда, если появились общие признаки отравления, это говорит о том, что печень уже пострадала. Она может болеть более или менее интенсивно, но она уже попала. Если хронически поражена печень, то, конечно, любое отравление ей будет, скажем так, не в радость, то есть оно будет продолжать ее нарушать. А это метаболический мост нашего организма. Ясно, но все одно треба лікувати печінку, да? Да, ей нужно просто создавать комфортные условия и до отравления, и после отравления, а лучше вместо отравления, то есть чтобы организм, в принципе, работал хорошо. Зрозуміло. Дякую вам за рекомендации. Нагадаю, гостем студії був Борис Скачко, фітотерапевт, терапевт, дієтолог. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо життя і політику зрозумілою.